Здравствуйте, я Азат Муртазин, директор и владелец студии «Акваклас» на Староволынске, 15, корпус 1. Мы начинаем нашу экскурсию с зоны холла, где вы видите у нас мониторы, на которых идет прямая трансляция всего, что происходит в нашем бассейне. Мы находимся в одной из наших раздевалок. У нас есть все условия для того, чтобы переодеть малышей самых маленьких, а для детей постарше есть ширмы, если вы уже стесняетесь. Перед занятием мы просим обязательно принимать душ. Наконец, мы добрались с вами до сердца Аквакласа. Это наш бассейн. У нашего бассейна размеры 16,5 метров в длину, а в ширину от 5 до 7,5 метров. Глубина 1,10 м, а есть еще и островок на 80 сантиметров, так что ваши дети уже при росте 90 сантиметров могут доставать у нас до дна. Но поскольку занятия проходят в сопровождении инструкторов, любая глубина им нипочем. Вода в нашем бассейне питьевого качества. Это достигается трехуровневой системой очистки. В нее, например, входит большая ультрафиолетовая лампа размером с меня. Я лично берегу качество нашей воды, потому что моя дочь плавает в этом бассейне. Один раз в месяц, не реже, мы возим нашу воду в лабораторию на подробный анализ. В холле всегда вывешены наши свежие анализы. Кроме того, мы контролируем качество воды 3 раза в сутки с помощью специального прибора – фотометра. Фотометр позволяет нам увидеть, если наша автоматическая станция дозирования начинает делать что-то не так, хотя это крайне редко. Вы видите, что у нас достаточно большое пространство, и для безопасности ваших малышей мы просим не бегать по бортикам и ни в коем случае не заходить в воду без сопровождения инструктора. Мы очень гордимся нашими инструкторами. Наши инструкторы имеют одно из 3 образований – медицинское, физкультурное или педагогическое. И, конечно, все они прошли повышение квалификации в акваклассе. Перед вами игровая зона. Сюда мы проходим обычно после занятий, для того, чтобы малыш хорошенечко обсох, даже после того, как вы высушили его голову феном. Здесь можно весело провести время, поиграть, полежать на коврике и отдохнуть после занятия. Ну что, мы снова в холле и завершаем нашу экскурсию. Будем рады видеть вас на занятиях в Акваклассе.